Мои мечты бесполезны, мои планы всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием. Теперь я буду действовать. Никогда не существовало карты, даже среди самых точных и подробных, которая переместила бы ее владельца хотя бы на один дюйм. Никогда не существовало свода законов, пусть и самого превосходного, который предотвратил хотя бы одно преступление. Действие. Вот единственный фитиль, способный воспламениться и превратить в реальную силу карту пергамент. Действие – это пища, которой будет вскормлен мой успех. Теперь я буду действовать. Я медлил, прячась из-за страха, но теперь я знаю тайный ход, который есть в глубине всех мужественных сердец. Теперь я знаю, чтобы победить страх, мне нужно всегда действовать без колебаний. И тогда сердце перестанет трепетать. Теперь я знаю, что действие превращает ужас величиной со льва в невозмутимость, маленькую, как муравей. Теперь я буду действовать. Отныне я буду помнить урок светляка, который светится только в полете, в движении. Я стану светляком, и мое свечение будет видно даже днем при солнце. Пусть другие будут бабочками, крылья которых так красивы, но жизнь которых зависит от щедрости цветка. Я же буду светляком, и свет мой озарит мир. Теперь я буду действовать. Я не буду уклоняться от сегодняшних дел и откладывать их на завтра, ибо знаю, что завтра никогда не наступает. Я буду действовать. Пусть даже мои действия не принесут удовлетворения или успеха, потому что лучше действовать и терпеть неудачу, чем бездействовать и не ошибаться. Счастье может и не стать плодом моих действий. Однако, если ничего не делать, то в винограднике погибнут все плоды. Теперь я буду действовать. Я буду действовать. Я буду действовать. Я буду действовать сейчас же. Я стану повторять эти слова раз за разом, каждый час, каждый день, пока они не станут такими же привычными, как дыхание, а последующие действия такими же естественными, как мигание глаз. Этими словами я заставлю свой ум принимать всякий вызов, от которого неудачник уклоняется. Теперь я буду действовать. Я буду повторять эти слова снова и снова. Просыпаясь, я буду произносить их и подниматься с постели в то время, когда неудачник еще спит. Теперь я буду действовать. Подходя к закрытой двери, я скажу эти слова, постучу и войду, тогда как неудачник будет ждать снаружи со страхом и трепетом. Теперь я буду действовать. Встречая искушение, я произнесу эти слова, чтобы оградить себя от зла. Теперь я буду действовать. Когда появится желание отложить дело до завтра, я произнесу эти слова и буду действовать. Только действие определит, чего я стою на рынке, и чтобы поднять эту цену, я умножу свои действия. Я буду приходить туда, куда опасается ходить неудачник. Я буду работать в то время, когда неудачник собирается отдыхать. Я буду говорить тогда, когда неудачник будет молчать. Я скажу «сделано», прежде чем неудачник скажет «поздно». Теперь я буду действовать. Ибо все, что есть у меня, это сейчас. Лентяй хочет трудиться завтра, но я не лентяй. Злой хочет стать добрым завтра, но я не злой. Слабый хочет стать сильным завтра, но я не слабый. Неудачник хочет преуспеть завтра, но я не неудачник. Теперь я буду действовать. Когда лев голоден, он ест. Когда орел жаждет, он пьет. В бездействии оба погибнут. Я жажду успеха. Я чувствую голод по счастью и покою в мыслях. Если я буду бездействовать, неудачи, страдания и бессонные ночи поглотят меня, и я исчезну. Я буду приказывать и сам подчиняться приказам. Теперь я буду действовать. Удача не станет ждать. Если я буду медлить, она обвенчается с другим и покинет меня навсегда. Есть только это время. Есть только это место. И есть я, человек. Теперь я буду действовать.